прошлом веке делалось много эксплуатационного кино с целью быстрого заработка на какой-то теме. Например, Blaxploitation – эксплуатация тяжелой жизни афроамериканцев. Не кажется ли вам, что сегодняшнее кино продолжает эксплуатацию геев, негров, фемок и т.д. с целью заработка, но делает это более завуалированно из-под панды? Отсюда второй вопрос. Может, производителям этого кино все-таки плевать на проблемы черных, и они просто бабло зарабатывают? Да, комрад, это страшное открытие, что при капитализме кино снимают для того, чтобы заработать денег. Такое открылось. Да, это так. Темы. Ну, заработать денег, ну, ты ж не отрицай того, что какой-нибудь Спайк Ли, он, например, за своих черных переживает и, так сказать, освещает проблемы черного населения, а не пытается нажить на этом деньги, но при этом деньги наживает. Ну, оно ж все взаимоувязано. То, что происходит сейчас, мне кажется, это не совсем то. То есть, там какие-то попытки были, а здесь это четкая политическая линия, политический заказ, которому они беспрекословно следуют. Никто уже никого не спрашивает, блин. Это, на мой взгляд, несколько другое. И ничего там завуалированного нет. Это переформатирование общественного сознания, политическое решение, в рамках которого действуют эти кинематографисты, которые всем рассказывают, какие же они свободные, как они свободно творят, делают, что хотят. На самом деле все ходят строем и выполняют четкие команды Вашингтонского обкома.